Друзья, я думаю, этот сувенир имеет какой-то религиозный подтекст, наверное, а может и нет. Вот такая вот коллекционная ложка, сделанная из олова. Значит, собор святого Михаила, который находится в Гамбурге. Вот здесь вот изображен 2016 год. Вот, собственно, про этот собор вот надпись тут. Ложка латунная. Вот, конечно, не для того, чтобы использовать ее где-нибудь там при приеме пищи. Вот, находится на такой вот плашке, сделанной из дуба. Я так определил, что это дуб. Вот, ну, здесь есть отверстие вот с этой стороны. Можно повесить эту плашку. Конечно же, немножко получше ее там закрепи. Вот таким вот образом она никогда не выпадет. Вот, ну, для украшения, наверное, кухни, вот какого-то кухонного интерьера она подойдет лучше. Спасибо.